Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале про самые классные инновационные аэролодки без баллонов и чешуи. Аэролодки Нерпа. С вами Лиза. Сегодня я хочу вам рассказать про очень классную модель. Очень мощную, с хорошими соотношением весом и грузоподъемности. При этом довольно компактную. Это будет идеальный вариант для активного отдыха на несколько дней. Все это Нерпа 250 КБ. Устраивайтесь поудобнее и давайте начинать. Будет интересно. Данная модель у нас двухместная. У нее хорошее соотношение веса и грузоподъемности 400 кг и 400 соответственно. То есть этого вполне достаточно для 2-3 взрослых человек. При этом можно очень даже достаточное количество груза положить. То есть это может быть какой-то длительный поход. Вы можете сразу несколько бензобаков положить на палубу, положить какие-то свои палатки, рыболовные снасти, рундуки. Так что эта модель в этом плане очень удобная. При этом у нее компактные габариты. Длина у нас идет 5 метров, высота у нас идет 2,5, ширина 2,1. Достаточно широкая грузовая площадка для того, чтобы разместить все необходимое. Здесь у нас как раз для размещения грузов с двух сторон D-образные скобы. Крючки из нержавеющей стали, то есть чтобы прочно, надежно и безопасно все закрепить. Покрытие палубы коммерческий ковролин, очень удобно материал для рыбалки, и как раз таки рыбачить можно прямо с лодки. Здесь у нас также электрическая лебедка для удобства транспортировки и буксировочные петли. Они есть у нас и в носовой части, и в кормовой, чтобы лодку было удобно выгружать и загружать. Здесь у нас также фара-балка светодиодная для дополнительного освещения. Корпус у нас наша инновация, это наша гордость, композитный корпус. Сам корпус, силовой каркас из алюминия, то есть верхняя часть с водой, которая не соприкасается, это алюминий, нижняя часть это композит. Это такой очень многослойный материал, который хорошо амортизирует. За счет резинового слоя между листами ПНД и корпусом будет отлично амортизировать, отрабатывать все удары о торосы и лед. Также у нас нет никакой чешуи, все прикручивается надежно болтами. Листы ПНД широкие, то есть вам не придется беспокоиться о баллонах, о том, что у вас перетрется шнуровка, забьется какая-то грязь и так далее. На наших лодках полностью отсутствуют такие ненадежные составляющие, как баллоны и чешуя. Отмечу еще достоинство, что наши лодки, они идут без брызг, хорошо выходят на глиссер. Это происходит за счет композитного непотопляемого корпуса и плоского дна. У лодок с баллонами есть проблема, что они идут с брызгами. И если это зимой, например, происходит, то вода может попасть на пропеллер, это приведет к замерзанию и, как следствие, к возможной поломке двигателя. С нашими нерпами же все очень надежно и безопасно. Лед, торосы, все это родная стихия наших нерп. Хотелось бы отдельно сказать про двигатель. Здесь двигатель новый, неконтрактный, очень простой в эксплуатации. ВАЗовский двигатель отечественного производства, 75 лошадиных сил. Карбюраторного типа, есть подогрев карбюратора в зимнее время. У него 4 такта, 4-цилиндровый и объем камеры 1,6 литра. Благодаря данному двигателю вы можете развивать очень хорошие скоростные показатели. Это до 130 километров, если мы говорим про лед, по снегу до 120, также по воде это 70 километров в час. При этом расход топлива довольно экономичный для двигателя такой мощности. По воде это 20 литров в час, и этого хватит на 4 часа непрерывной езды. То есть этого может хватить на несколько дней активного отдыха. По снегу у нас расход 15 литров в час, по льду это 10 литров в час. И отличные скоростные показатели. Еще одно достоинство – половинчатое ограждение. Это нужно для удобной транспортировки. То есть вы сложили пропеллер горизонтально, и лодка будет хорошо влазить в гараж. И также большое достоинство, что наши двигатели располагаются снизу. Это нужно для смещения центра тяжести и повышения устойчивости. Так как у всех остальных аэролодок двигатель расположен наверху. И это очень опасно. Допустим, при какой-то экстремальной ситуации, при волне, можно очень легко перевернуться. К сожалению, такие случаи очень часто встречаются, и это просто небезопасно. С нашими нерпами все очень безопасно и комфортно. И также отмечу, что за счет плоского дна, за счет непотопляемого композитного корпуса, наши нерпы – это отличная замена не просто, допустим, катерам и аэролодкам с обычными баллонами, это также замена снегоходам. То есть вам не нужно рисковать своими машинами, снегоходами и бояться провалиться под лед. С нашими нерпами нет такой проблемы. Вы можете легко переходить изо льда в воду, наоборот. Вы можете покорять любые водные просторы с нашими нерпами. Еще одно достоинство нашей модели – это высокопрочный ременный редуктор, который точно не порвется и выдержит любые нагрузки. При этом он очень простой в эксплуатации, то есть не нужно, допустим, смазывать маслом. Нужно только производить периодическую натяжку. Делается это с помощью приложения на телефон.
На данной модели у нас управление идет воздушными рулями из алюминия, двухлопастной пропеллер диаметром 1,8 метров. Пропеллеры у нас от надежных поставщиков, уже давно проверенные, прочные, точно вас не подведут. Немного о кабине. Мы предусмотрели очень удобную катерную посадку, то есть вам не нужно перепрыгивать. В данной кабине у нас очень удобный диван-рундук на 2-3 места. Окна в кабине поликарбонат, лобовое окно со стороны водителя – это стекло, которое армировано ударопрочной пленкой. Есть стеклоочиститель и полноценное печное отопление, обдув печки от двигателя. У нас есть также фонарь освещения кабины и все необходимое для комфортного управления. Руль, ручной газ и, соответственно, приборная панель. Это GPS, тахометр со счетчиком моточасов, лампа индикатор давления масла, вольтметр. Также в данной модели у нас установлен горн с СГУ, рация, панель управления световыми приборами. Для вашего удобства у нас здесь есть розетки, прикуриватель. За диваном у нас аккумулятор, выключатель массы. И также здесь мы предусмотрели, чтобы у вас был визуальный контроль за мотоустановкой. В целом в кабине очень удобно находиться. То есть, как я и сказала ранее, здесь есть полноценное печное отопление. Вы можете здесь погреться, посушить вещи. Это очень хорошая модель для активного отдыха, рыбалки, охоты. Но если вам вдруг нужны большие показатели грузоподъемности, у вас другие цели и потребности, то обязательно заходите на наш сайт aerovездеходы.ru. Ссылка есть в описании. У нас есть модели как двухместные, так и 12-местные, с грузоподъемностью уже более тонны для коммерческих перевозок. Так что покупайте правильные лодки и не давайте себя надуть. Ну а на этом наш обзор завершен. С вами была Лиза. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Мы рады любой обратной связи. И если вы любитель активного отдыха, рыбалки, охоты, больших скоростей, то присматривайтесь к этой модели. Пока-пока!